Хочу фильм. О, вот тут как можно сделать. Паша, что же делать? Здесь нет входа. Надо зайти. Пойдем, нам же похуй. Не, видно все. Это Хайрлин, мы в Дмитрове. Вездесущий зеленый добрался и до сюда. Это Тверг. Yeah. Не показывай шепотом, пожалуйста. Come on, hit me. Мы только что отыграли концерт в Дмитрове для, наверное, сотки людей, которые были просто в говно. Было 150 человек, они просто сидели, блядь, бухали, упарывались. Никакого их не знаю, хотя 150 человек — это нормальная аудитория. В этом же клубе на Востоке было меньше народу, чем у нас. Короче, мы, собственно, едем домой. Надеемся, скоро у нас гиг в плену. Скоро гиг в плену с Oxidizer, Metal Strings. Элита, элита. Еще и Тинет с нормальными группами, я имею в виду, с нормальными люди, которые будут угорать и тащиться весь концерт. Это будет красиво. Не так много, если так.